Значит, эта мина ПМН-4, у нее масса взрывчатого вещества меньше, в несколько раз. Если мина ПМН была так называемая «черная вдова», масса взрывчатого вещества была порядка 200 грамм, то человек сразу погибал. Эти же мины, с одной стороны, они как бы более гуманные, то есть они не убивают человека насмерть, но выводят его из строя. Но этот танк уже никуда дальше не поедет, я так понимаю. А экипаж при таком взрыве выживает? В данном случае тяжело ответить, надо смотреть вовнутрь. Но, по крайней мере, контузию получит. Мина МОН-90, она называется противопехотная, но может применяться и по легкобронированным объектам. Да, 9,6 килограмм взрывчатого вещества, 2000 осколков направленного действия. Легкая защита, экипаж, который находится внутри, получает повреждения. Ну и, соответственно, плавающий транспортер уже не может... Перестает быть плавающим. Да, на плаву уже его будет тяжело. Противоднищевая мина с магнитным взрывателем, которая срабатывает от изменения магнитного поля Земли под проекцией танка, то есть под днищем. Здесь мина работала ТМ-83 по принципу ударного ядра. Она аккумулятивная, но здесь не свойство аккумуляции работает, а принцип ударного ядра. То есть образуется плазменный такой шар с температурой порядка там 5-7 тысяч градусов. И, соответственно, все, что здесь будет находиться, она прожигает. Оскалочная заградительная ОЗМ-72. Значит, радиус сплошного поражения до 25 метров. То есть все, кто были в этом радиусе, гарантированно поражены? Да, будем считать так, что происходит поражение, но дальность разлета осколков порядка до 200 метров, и на всем протяжении убойные осколки сохраняет свою убойную силу. После того, когда мы ее штатно срабатываем через взрыватель, запускается пиротехнический замедлитель, вышибная камера запускается, 7 рам пороха выкидывает непосредственно саму мину с боевой части. Значит, и на высоте 60-90 сантиметров происходит освобождение взрывателя и происходит накол на капсульный воспламенитель. Я так понимаю, вот эти вот дырки на мишенях... Это осколки свидетельствуют о том, что поражение произошло. Мина может устанавливаться как в управляемом, так и неуправляемом вариантах.